Для обсуждения новых возможностей развития молодежи, озвученных главой государства, состоялась диалоговая площадка «Рухтастар Кейсис». На ней были разъяснены все послабления и льготы для молодых людей, которые появились в последнее время. Подробности в следующем материале. В ходе бурного и заинтересованного диалога были рассмотрены проблемы формирования у сегодняшней молодежи чувства патриотизма, активной гражданской позиции и человечности. Путем обратной связи с аудиторией в целях трансформации молодежного крыла «Жастар-Руха» прозвучало немало новых предложений и мнений. Обсудили и послание президента. Как вы знаете, 1 сентября наш президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана. В нем определены основные положения социально-экономического развития страны. Как известно, нашу страну воспринимают как сырьевой придаток во всем мире. Потому здесь нам надо пересмотреть многие моменты, и глава государства озабочен этим тоже. Встреча прошла в открытом, свободном формате. Все его участники смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои соображения на ту или иную проблему. В завершении сессии «Рухтастар Кейсис» спикеры пожелали молодым людям успехов и призвали не оставаться сторонними наблюдателями и непременно принять участие в предстоящих внеочередных выборах президента страны. Куляш Умурзакова, Нурлан Виктор Сен, 77 News.